Прошла пресс-конференция, на которой обсудили положительное влияние переселенцев на экономику Беларуси и другие актуальные вопросы. Миграция – фактор развития или глобальная проблема? Все чаще мы слышим о последнем варианте. А в действительности же этот процесс поддается регулированию и имеет свой положительный оттенок. Действительно, мигранты – это самое динамичное сейчас население. Это обычно такие амбициозные молодые люди. Конечно, есть нет других причин, если это не вынужденная миграция. Там, конечно, ситуация другая. Но есть обычно, в большинстве своем, мигранты – это люди амбициозные, молодые, которые ищут улучшения, способы для улучшения жизни. Как показывает статистика тоже, это наиболее предприимчивые люди в то же время. И поэтому они в новых местах более открыты для новшества. Они очень охотно принимаются за работу, которые могут местное население не так охотно делать. И они вносят тем самым чисто экономический большой вклад в развитие местного общества. Миграционная обстановка в Беларуси управляема и контролируема. Так, например, сегодня в нашей республике проживает порядка 223 тысяч иностранцев. Практически 50 тысяч из них выбрали столицу в качестве своего нового дома. Растет и количество резидентов других государств, воспользовавшихся безвизовым режимом, чтобы посетить нашу страну. Информационные ресурсы Министерства внутренних дел, а также других заинтересованных госорганов отслеживают этот миграционный поток. И было выработано консолидированное решение, что фактически он не несет так называемую угрозу для Республики Беларусь. И поэтому можно в дальнейшем раскрываться, упрощаться и вносить определенные процедуры по либерализации въезда этой категории лиц на территорию Республики Беларусь. Кроме того, действуют также две зоны безвизового въезда, которая касается Гродно и Гродненского региона, и города Бреста, и Брестской области, на основании которой иностранцы также имеют возможность в течение определенного периода времени, 10 дней, въезжать и прибывать на территорию страны. В 2019 году государство и дальше планирует содействовать упрощению порядка въезда в нашу страну. Планируется также ввести онлайн-регистрацию иностранцев. А это существенно облегчит процедуру и сэкономит время гостям Беларуси.